Доброе утро. Меня зовут Синамой Вячеслав. И Доброе утро! Прочитаю стихотворение. Называется оно очень грустно. Один. И стихотворение, соответственно, грустно. Подожди, аплодисменты. Все точно так. Один. Идет дождь за окном. Одна свеча горит. Один стою под потолком небесных плит. Одна гроза гремит. Один и вход, и выход. Здесь один. Один носок. А где второй носок? Стою в одеждах. И в надеждах утопая, скучать и плакать я хочу, но только вместе. Я не могу себе простить, что при последней нашей встрече не стал об этом говорить. О чем? Что я люблю. Я знаю, скажешь ты, любовь живет 3 года. Я знаю, скажешь ты, что это все пройдет. Но помни, что и мы живем недолго, и наша жизнь когда-нибудь пройдет. Спасибо.